Сегодня у нас очень радостный и значимый день. Мы приехали в автосалон покупать автомобиль. А какой, смотрите в этом видео. Ждем от вас комментарии, подписки и лайки. Приятного просмотра. Налог у него идет 100 тысяч где-то примерно, потому что бензина. Ну это тебе полулёжа, считай, ехать. По высоте? По высоте, ну, вообще нормально. Я вот с моим ростом, это нормально. Ну, сзади места нету, конечно. Сзади ты нет. Вообще уперся спинкой себе в заднее сиденье. Ну, он поднимает, потому что он разряжен. Аккумулятор сел, поэтому он такой. То есть можно было выровнять его, ну, так-то, в принципе... Ну да, все тут щики-пуки. Блин, бомба вообще. Что это, блядь, тачка? Они не родили, они дороже бы стоят. Нет, только заднюю видно. Это вот Челленджер. Тоже когда-то думал такой купить, но он дорогой, он где-то... под 4 миллиона 3,5 стоит. Но Porsche, который мы берем, это просто пушка, это обоссаться можно, это 500 лошадиных сил. Налог, конечно, большой, но этого стоит, там только один звук мотора чего стоит. Тоже, кстати, Challenger, да, бомба, 19 года, но он будет стоить вообще космос. Вот, кстати, с двумя полосами. Тоже вообще зверская машина. С люком совсем. А, кстати, там в Porsche не было люка, да? Люка в Porsche не было? Я не увидела. По-моему, нет.
Да, ну и не нужен, в принципе. Ну, на самом деле, меня тоже это не смущает. Ну, машина огонь. Просто пушка. Тебе нравится? Да. Ну, мы заслужили. Мы столько лет работали. Как папы Карло. Если бы мы столько денег не вкладывали в наше производство, во всю нашу работу, весь наш бизнес, мы могли бы себе уже давно купить квартиру в подсобном настройке и такую машину позволить в салоне. Да. Но просто мы до хрена вкладываем в работу. Кстати, здесь дают талончик на бесплатную еду. Колокольчик бей. Конечно.
вы можете его, например, сообщить на контакт на телефоне, чтобы он не придумал? Обалдеть, сколько машин. Впечатление за рулем? Да вообще круто. Только я не пойму, куда. А вот он, надо на хране отдать этот. Ножку. Что, выехали с сервиса? Сейчас выезжаем на МКАД. Первое впечатление просто иху! А вообще там такая мощь, там вообще движок так работает. Обалдеть, сейчас надо на заправку заехать. Ладно. Это на седьмом небе отчасти. Вот эта машина, это вообще, это пушка, блин. Это, да на такой машине можно вообще в Пятигорск так вот на изи. За 15 часов. Ну вот, пригнали, поставили на стоянку, на паркинг. Просто пушка. Вообще, блин, нереальная. Порш. Вообще огонь. Машина просто огонь. Диски. Посмотрите, какие огромные диски. И там еще эта красная. Просто дерзкая. И мишленовские диски. Знаете, резина Мишлен зимняя. Ну, вообще пушка. И колодки красные. Эти вот тормозные Porsche. Катюха довольная. Ой, ты сам прям как будто не такой довольный. Да, я вообще просто... Это, я не знаю, это какой-то просто какая-то эйфория просто на душе. Невозможно остановиться, улыбаться, когда едешь в машине. Это такое какое-то распирающее чувство удовольствия. Я не знаю, как это по-другому описать. Это прям вот наслаждение. Просто наслаждение. Угу. Ну, вообще просто огонь. Посмотри, какой цвет. Как нам сегодня написали, это награда за наши труды. В какой-то мере это на самом деле действительно очень правильная фраза, потому что мы столько вкладывали в работу, в цех, невероятно много вложили. И мы не позволяли себе поменять даже машину, мы покупали рабочие, мы вкладывали в цех, в оборудование, меняли оборудование на переезд в больший размер, а в рекламу, в сайты, во все вкладывали много. И наконец-то, наконец-то. Вообще бомба. Ну, шиндик это что-то с чем-то. Да, вообще. Сейчас покажу салон. Конечно, на заезд здесь надо аккуратно заезжать. Я специально выбрал такое место, чтобы с двух сторон никого не было, чтобы никто не поцарапал ничего. То есть заехал спокойно. Там сзади камера стоит. Главное аккуратно заехать.
от самого головы. Ну, еще, конечно, чуть-чуть выступает морда. Но тут впереди тоже машина стоит, они тоже выступали. Я думаю, тут все аккуратно ездят, никто не должен цепануть. Так-то она длиннючая. Вообще, да. Конечно, чуть-чуть темновато. На камеру снимаю. Наверное, будет шумов много. Ну да, шумы есть, но машина огонь. Просто огонь. Сейчас покажу сзади. Вот такая она дерзкая. Вообще пушка. Сзади две турбины. Вообще, блин, тут плохо видно. Тут вообще темень нереально, что я подниму высоко. Вот там видно. Две турбины. И здесь турбо. Вообще огонь. И здесь написано Porsche Cayenne. Porsche Cayenne Turbo. Вообще, блин. Машина просто чума. Чумачечья. Тут подсветочки, когда открываешь. Там водитель себе, когда открываешь, подсвечивается Porsche. А. Хочу посмотреть, что у нас тут. Скромненько. А, тут еще есть, да? Есть подогрев задних сидений. Собственно, ну я обдувка отсюда, все. Угу. Бывают модели, конечно, когда здесь более такое все насыщено, там куча кнопочек всяких там и прочего. Но, в принципе, то, что есть подогрев задних сидений, это уже пушка. Да, это круто, на самом деле. Алькантара здесь стоит. Бархат, это все вот идет, бархат алькантарский. Есть лампочка. И потолок алькантара. То есть это прям вообще бархат. Замша прям. Да, ну замша. Офигеть, да? Место, конечно, вообще вагон. Вагон и тележка. Это лучше, чем МиГ-6. Это в 1000 раз лучше. Да. Потому что в МиГ-6 ни хрена не помещаешься назад. А здесь прям, вообще мега просто. Сейчас я покажу самый крутой шильдик, когда открываешь, написано Cayenne Turbo. Когда дверь открывать? Да. Вообще. Это, у тебя тоже, да, такое? А я не обращала внимания. Да? Сейчас открою. А, тут не подсвечивается. Вот здесь плохо видно. Здесь вот подсветка сейчас. Вот видите. Конечно, написано Cayenne Turbo. Все прям вообще, я не знаю, это как космический корабль. Просто космический корабль. Но это еще по дню поснимаю, посмотрите. Вообще пушка. Все аккуратно закрывается. Вообще огонь. Вылезти. А? Вылезти хочу. Сейчас хочу посмотреть, если с моей стороны открою, там вот написано это. А, нет, не подсвечивается. Это в Мерседесах подсвечивается, но здесь нет. Но днем, когда залазишь, вообще огонь. Свет просто пушка. Все в коже. И тоже все кожа. Но буду отдельно снимать, как выглядит консоль, как все это выглядит. Вообще кайф. Просто кайф. Круто. Ну все, мы довольны, счастливы. Завтра еще на одно ТО поеду к официальным дилерам. Потом надо будет пройти техосмотр и на оформление ехать. Вот получать новые номера в ГАИ. Сейчас мы позвоним домой, поговорим с родителями, покажем машину. И увидимся с вами в следующих роликах. Подписывайтесь, кто не подписан. И следите, лайкайте. И мы вам желаем тоже такой автомобиль.
Честно, искренне, причем желаем. Потому что такой автомобиль — это прям пушка.